Мы сейчас находимся в Марине Барселоны, и у нас начинается новая серия выпусков, посвященная испанскому яхтингу. Начинаем с Марины Барселона. Вы можете посмотреть, какое количество богатых лодок здесь стоит. Сейчас мы пройдем еще по пирсу, я вам покажу, как это все здесь устроено. Марина состоит из 4 пирсов. Эта марина называется Port Will. Итак, вот эта часть, в которую мы вышли, она является закрытой территорией. Вот вы можете посмотреть чекпоинт. И сюда людей не пускают, причем это работает абсолютно серьезно. И спрашивают всех, куда вы идете. Ну, вот можно что придумать, конечно, и пройти. Но при этом для входа на понтон у вас есть свои карточки, и вам нужно будет этой карточкой, эту карточку поднести к датчику, и ворота откроются. Ну, это стандартно. А сейчас мы выходим на пирс, на котором стоят большие лодки, это супер-яхты. И здесь есть яхта, которая принадлежала Стиву Джобсу, сейчас принадлежит его жене, называется «Венус». Лодка со спорным дизайном, но тем не менее я вам ее покажу. Итак, погнали. А тут мы находимся с нашими друзьями. Привет. Привет. Артур, Кристина. Так что у нас не одинокий яхтинг, а яхтинг тусовочный, барселонский. Правда, мы уже достаточно много прошли, но показывать я этого не буду, потому что я хочу отдыхать. Было и не хочу показывать. Очень смешной коммент. И не хотел показывать то, как мы пили шампанское, как мне уже тут рассказали, это никому не интересно, поэтому мы это никому показывать и не будем. Вот это пирс с большими лодками. Ничего себе, под испанским флагом стоит лодка. Вот эти горы пластика за большие деньги. Это все технический пирс. Вернее, как, это пирс нормальный, но он некрасиво расположен, потому что здесь вон какие-то заборы, что-то не проходят. Но люди на таких лодках, вероятно, не хотят, чтобы было напрямую видно, на чем они ходят и что делают. Вот большой ягуар. Вот еще одна лодочка. Все под офшорными флагами. BVI, скорее всего. Хотя это, по-моему, не BVI, но не важно. А вот лодка, которая называется «Венус». Это лодка, которая принадлежала Стиву Джобсу. Вот она такая большая. Похоже на паром. Похоже, да, на баржу какую-то. Мне дизайн такой не очень нравится. Стильненько? Не, стильненько, но именно вот эти углы какие-то делают из него паром. Чтобы она была более такая динамичной формы, хоть чуточку. Ну что, по-моему, весьма динамичная лодка. Не, мне вот эти углы на жопе не нравятся. Ну, мыть ее, конечно, мне кажется, что мыть такую лодку придется достаточно долго. Но для этого это обеспечивает постоянную занятость наемному труду. Ну да, потому что люди платят большие деньги и не понимают, зачем. Потому что если... Но это содержание лодки ежемесячное. Ты платишь лодку, стоянку, крюк. О, человек плавает, смотрит, что там на дне находится. Может, чистить пора. Да нет, вероятно, рыбок смотрит, просто любит снорклинг. Тебе не кажется, что он конечно, любит просто снорклинг? Классно тут. Ну, есть, вот Марину убирают как раз. Мы сейчас идем в лаундри, мне нужно перевернуть наши вещи. О, такая лодка. Прямо баржа, можно сгружать на нос. Да? Можно сгружать на нос этой лодки щебень и везти, потому что выглядит она именно конкретно как баржа. И делал ее тот же дизайнер, который делает весь Apple. Handmade. Давайте я вам покажу душевую. Шкафчики. Тоже душевые кабинки. А то, что я хотел вам показать, это лаундри. Здесь стоит две стиральных машинки и две сушильных машинки. То есть для того, чтобы здесь это все привести в порядок свою лодку, очень удобно. Стоимость стирки сколько получается? 3,50, по-моему, стирка и полтора сушка. Нет, два сушка. Два это, сушка? Да, это ты монетку кидал, да, там уже было. Точно. Вот, такие возможности Марины. Монетки вот накидали.
И тут написано, что можно платить карточкой, но они врут. Тут нету приемника для карточки. Ой, осторожно. Печаль, беда. Вапа выпала. Моя бабушка курит трубку. Вейпер. Вейпер бабушка моя. Подожди, стой. Стой. Тут надо выбрать хай температура. 45 минут. 45 минут, говорим. Старт. Вау. Пошло. Вы же, наверное, не знали, как пользоваться стиральной и сушильной машинкой. Мы вам показали. Тут есть такие еще комнатки. Для работы, если нужно поработать, они идут с шумоизоляцией, вот, чтобы не было слышно, ничего не мешали. Никто никому не мешал. Здесь таких две. А здесь находится комната отдыха. Такая вот. Идем дальше. Еще тут есть тренажерный зал. У тебя карточка далеко, нет? У меня вообще нет карточки. Во все места в Марине осуществляется с карточкой. Вот такая вот беленькая карточка без опознавательных знаков. Тут написано «Окей». Ну и, собственно, тренажерный зал. Даже есть водичка. Этим всем, этим всем можно пользоваться бесплатно. Это все входит в стоимость. Стоимость Марины. Какая стоимость Марины? 87 евро без налогов в день. В день. Сколько с налогами? 87 евро без налога в день, плюс, ну, наверное, 13%, я не помню, какой там. Ну, короче, 100 евро в день стоит Марина в Барселоне. Но зато отличный выход в город. А тут, с правой стороны, находится офис. Вот это вот все, сюда вход, вот вы видите офис. Тут происходит все оформление. А сейчас мы едем в город. Погнали. Ну что, человеки, куда мы идем? Парк Гауди. Гаудятина надо. Только сначала позавтракать. Да, сейчас у нас будет завтрак. Мы расскажем вам о ценах в барселонских кафе. Но они не такие, как цены в Марине. Поэтому все-таки достаточно попроще. Гуманные, да. Все-таки в Барселоне значительно, ну, в Испании вообще, значительно дешевле, чем, скажем, во Франции. Просто в три раза, наверное. Что здесь у нас? Вот мы выходим. Смотрите, где мы расположены. Я думаю, что вы знаете музей истории Каталунии. Вот. Мы находимся прямо в нем. Вот Марина. Выход из Марины. И вот парк идет, который идет к пляжу в Барселоне. И что у нас тут? Продажи всяких важных и ценных вещей. Что, куда идем? Где мы будем завтракать? На той стороне? Идемте туда. Вот этот парк большой и красивый с сувенирными рынками. Кстати говоря, здесь гоняют не тех, кто продает, а тех, кто покупает. Если вы покупаете у этих загорелых ребят какие-то сувениры, то 50 евро штрафа снимают именно с вас. А их нет, им просто приходит полиция и говорит: вы не могли бы отсюда уйти? Они говорят: конечно, но завтра. Они такие: ладно, мы завтра придем. И так все происходит. Поэтому все забито биткарем. Так, вот там находится Барселонета. А с той стороны пляж. Что, мы же на красный свет не пойдем? Нет, конечно нет. Мы же никогда так не делали. Не да, Дина? Зеленый, погнали. И тут пешеходная часть. Сейчас мы здесь найдем какой-нибудь breakfast. Может быть, идем туда? В Испании нужно быть очень аккуратными, потому что здесь воруют. И воруют очень выборочно, потому что, по-моему, до 200 или до 300 евро здесь считается просто ай-яй-яй. А если больше, то тогда уголовная ответственность и могут посадить за кражу. Так вот, воры все очень четко выбирают, до какой суммы воровать. У них уже набит глаз. Поэтому, если вы будете идти там с очень дорогой камерой, то, скорее всего, ее не тронут. А телефон совершенно спокойно из кармана вытащат и не побрезгуют.
Вот, потому что сумма маленькая. iPhone 10. Что с iPhone 10? Берут или не берут? Могут взять iPhone 10 просто потому, что еще не поняли, может, это пятерка. А потом вернут, потому что слишком дорогая вещь. Извините, сэр, мы украли у вас телефон. Ну, нам он не нужен. Возьмите, нате. Засентябрило. Нет, я такое не люблю. Камон, ты такое любишь? Такое не люблю. Я люблю жару. Я думала, ты любишь с длинным рукавчиком. Я люблю с длинным рукавчиком ходить при температуре плюс 30, а когда здесь плюс 24, то длинный рукавчик я люблю сверху одеть пуховик. Шикарная погода. Смотрите, халяль. Идемте сюда. Кебабы всякие. Да, легко. Или паэлью. Мне кажется, слишком тяжело с утра. Ну все, идемте, кебаб, нормально. Короче, кебаб девочки ломались есть, поэтому мы сейчас идем в совершенно местное заведение и будем кушать тут. Там уголочек. Кстати, я здесь уже был, кофе здесь не очень. Начинается. Давай, вы сюда? Мы сюда. Это когда мы уже зашли, договорились. Подождите, мы в прошлое зашли и уже даже почти заказали. Так, ну что, будем есть? Вот нам принесли, вернее, как ребятам ее уже давно принесли, а вот она, моя паэлья с морепродуктами. Вот стоимость такой паэльи 12 евро, вот такой вот. Но ее достаточно, чтобы уесть. Вот такие цены в Испании. Вот такой завтрак, такой лайт завтрак. Приятного аппетита. Спасибо. Итак, еда у нас уже подошла к концу. Да. И теперь мы едем в какой-то большой парк. Я не знаю, какой. Как называется этот парк, куда мы едем? Гуэль. В общем, что непонятно я сказал. А вот и таксуха. Так, у нас получилась поездка 12:40, и вот тут в такси можно оплачивать карточкой. И мы приехали в парк, который называется Гуэй, или Гуэй, потому что double L читается как Е в испанском языке. Ну что, Дина, Сардина? Снимаю что-то? Тебя снимаю. А, меня. Я вся в предвкушении. Вчера прилетела, сегодня уже на бал. Парк Гуэй. Парк Гуэй. Итак, как нам сказали, у нас плохие новости для посещения парка Гуэй. Да. Билетов нет на сегодня, все распродано. Идите пешком гулять, но не в парк. Через забор, как та толпа, да, которая смотрите парк через забор. Альтернатива утки. Сейчас мы только найдем фотки и поймем, где это мы были. Но там было тоже классно. Не, через забор мы смотреть точно не будем. Тут на самом деле можно прогуляться, вокруг тоже есть. Да ладно, полицейский на мотоке такой деловой. В бронежилете, кстати, в чем бронежилете на мотоке есть? Опасно ведь там? Работа такая. Бронежилет носить. Это же электробайк. Это электрик? Да, cool. Прикольно. Электрический мопед. Мощно. Но в этом парке Гуэй есть еще дорожка, которая идет по наружной части. Мы сейчас по ней пройдемся. Такие вот арки здесь. Классные. Смотри, голуби, сидящие в арках.
Да, тут попугаи прямо живущие на елках. Клево. Такой мини-парк по кругу, да? Да, кстати, хорошо, что мы пошли. Да. Это вот некий здесь. Это ж мы идем сейчас по вот этой стене, которую я снизу снимал. Mm-hmm. Вот она. Всю эту стену делал Гауди собственными руками. Причем делал он в свободное от работы время, потому что во время рабочего дня он на досуге, да, во время рабочего дня он своими руками делал вот этот костел, заказуху для богатых людей, дома хренячил. А потом у него было время, и он делал этот парк для души. Вот у него обед есть, он такой садится на рикшу и такой сюда делать камни, носить, на цемент лепить. Гауди — творческий человек, великий. Бывало, Гауди выйдет с работы и давай строить арки каменные под музыку национальную испанскую, как это называется? Музыка. Каталонскую, извините. Что это я говорю? Мы находимся в Барселоне. Какая Испания? Горите в аду. Главное, испанцам. Покажи вид. Не дай бог не говорить об этом. Так. Где у нас вид? Идемте смотреть вид. Ой, тут вид такой хороший. Ну, вид на Барселону. Катя, давай на шарике смотрим. Время зажигательных селфи. Ну, вот селфи. Нет. Вот зажигалочка. Давай. Это фиш-ай. Здесь нет фиш-ай, это другая камера. Это красивый селфи, да? Так как в парк мы не попали. Есть немножко видов парка. Вон Артур скучает у нас стоит. Ты выглядишь, тебе еще такую алебарду возле этого забора. Короче, мы сейчас едем дальше, потому что тут парк себя уже исчерпал. Нас сюда не пускают. Но мы сейчас поедем в другой парк, который называется Парк де ла Сьютадея. Я не знаю, что это, но это вроде как бы там тоже есть что-то с Гауди связанным. Я так понимаю, что в Барселоне есть все, что связано с Гауди. А вот, собственно, и это оно. Долго запрягаем, быстро едем. Быстро пробегаем. Такие скульптуры мощные. Стимпанк, да, Burning Man фестиваль. Еще сам Гауди это придумал. Мама, ты тут дезинформируешь. Да, думаешь? Люди спортом занимаются. Хороший здесь парк такой погулять, классно. Какие-то перформеры, судя по всему, как в Централ парке в Нью-Йорке, рассказывают какие-то истории, делают какие-то прикольные трюки, играют на гитаре. Что еще можно делать? Что это за музыка? Что-то африканское, наверное? Хунос. Я думаю, кстати, да. Красиво. Но когда вблизи, очень громко орёт. Фонтан почему-то
решил не работать, а мы сейчас пойдем вот туда наверх, где куча лесенок и какие-то крыши в китайском стиле. А вот это с другой стороны. Вот смотри, вентилятор, пропеллер. Скалы снятые, видишь, они просоены. Да. Это как типа сталактиты пещерные, короче. Думаешь, их склеили? Же склеили, не? Думаешь, одним цельным куском? Сомневаюсь. Ну вот это точно она, это не искусственно сделанная. Хоть и будет такой слой делать. Я думаю, это что-то снято. Спилили с какой-то пещеры. Статуи. У Гауди не было отходов. У него были остатки, которые он использовал в других статуях. Голубь делает свои дела на коне. Черные. Делает свои черные дела. Вот конь в шоке. Нептун. Его Нептун обгорел плечо. Тут парк с водичкой. И утки. Или чайки. Тут и чайки, и утки, вон они утки поплыли. Видишь, лапы тянут ногу, обе синхронно. Класс. Уточки смешнее. А вон там у них остров, где они гнездятся. На корнях. Ага. Собственно, вот мы подошли к Триумфальной арке. Бежим, нет времени объяснять. Конечно, Барселона очень красивая своими парками в центре города. Дина сказала, что очень похожа на Питер. Слушай, я прекрасно знаю, чем Барселона похожа на Питер. Температурой, погодой. В ноябре месяце, например. Приезжаешь такой в Барселону и понимаешь, где-то я такое вот недавно видел. Ноябрь в Питере, точно. Ну и вот, собственно, этот парк. С Триумфальной аркой. Конечно, Барселона очень туристически развита, очень много возможностей для туризма. Например, велосипеды, которые можно брать. Ну, это, конечно, не новость, это много где есть, но, тем не менее, здесь это очень развито. Берешь, платишь какую-то денежку в таком специальном аппарате, и берешь велосипед, по ней тебе его отдают, его можно в одном месте взять, в другой оставить, сейчас по всему городу кататься, это все, я не помню, сколько там, 15-20 евро стоит максимум, то есть на целый день. Вы, конечно, можете приехать со своим велосипедом, но я думаю, что все-таки проще будет взять велик на прокат. Дина, вот у тебя, где твой велосипед? Мой велосипед достался какому-то кинице. Ну, мы их подарили. Да, ржавые, ржавые. Ржавые велики были оставлены в Кении. А один, который Фикси, между прочим, Я его покупал в Валенсии. Он настолько сильно заржавел на лодке. Мы его вытащили на берег и сказали, написали табличку, бери кто хочет. И ты вот такая ржавчина течет прямо на землю. Через 2 дня забрали. Очень долго, наверное, думали, как его отмыть от этого всего. А мы долго думали, как теперь палубу отмыть от этого всего, что с него натекло такие рыжие пятна ржавые. Но ортофосфорная кислота решила этот вопрос. Сейчас неспокойно, дует около 20 узлов.
наша скорость. Это вы видите постоянно. И ветер, ну мы сейчас еще немножко отвернем. И идем-то мы на втором рифе. О, извините, на втором, на первом. Короче, из Барселоны мы вышли, мы вам покажем, нас товарищ снял. Сейчас у нас вот такое вот тут творится. Это первый попутный ветер в Средиземном море. Обычно какая-то мрачилова постоянно лупит, непонятно куда что-то происходит. Короче, ужас. Вот, но мы с этим были не согласны, поэтому мы выждали время, когда в Барселоне будет дуть попутняк. У нас скоростуха. Вот такая, вот такой яхтинг. Ну что, начинаем нормальный яхтинг в Средиземье. Это наваливает. Мы сейчас идем на корабль карго. Мы идем пересекающимися с ним курсами. Сейчас буду с ним общаться. Cargo vessel Jao Har Challenger. Cargo vessel Jao Har Challenger sailing boat Mushu calling. Do you read me? Over. Yes, I hear you. Hi sir, we are just ahead of you and we are going under the sail. What is your intention? Over. My speed about 1 mile. My speed 1 mile. I am drifting. Ah, got it, got it. You're drifting, so we will go out from a course. Over. Don't worry. Okay, stand by 16, have a good day. Короче, линяем. Переключаемся из режима навигации в режим автопилота, отворачиваем левее. Вот этот корабль, который сказал, что он дрифтинг. Не будем искушать судьбу. Хотя дрифтинг он наверняка туда, может быть он просто врет. Поэтому мы ему дадим немножко больше расстояния. А CPA с ним был 30 метров, то есть так в море расходиться нельзя, поэтому я и начал с ним вести коммуникацию. Вот так вот. Так, сейчас мы его обойдем, повернем обратно на курс и вперед на Валенсию. Ну вот, собственно, этот кораблик, с которым мы расходимся. О, там. Дрейфующий. Вообще здесь прибрежный трафик достаточно большой, потому что вот там вот видно еще один корабль. Ну это такие все просто силуэты, но их много. Уже второй или третий там за 15 минут проходит. То есть я думаю, что спокойно тут спать не получится. Короче, вот мы с ним сейчас расходимся. И надо будет нам повернуть немножечко туда правее, потому что мы сейчас отклонились в левую сторону, нам нужно чуть-чуть правее. Туда и пойдем. Можно посмотреть сейчас на вдалеке. Там аэропорт Барселоны, краны это Барселона, ну а порт уже далеко, мы уже от него отошли. Короче, мы решили по Валенсии зайти в такой маленький городочек, который называется Гарапо. Просто попутешествовать по Испании и посмотреть, что такое в маленьких городочках, не в таких больших, как Барселона и Валенсия, а именно в маленьких. И нам осталось идти к ней 10 миль. Там есть небольшая марина с глубиной 3 метра, то есть мелкая для своих, мы в нее, как нам сказали, зайдем. По-английски они там вообще не говорят, поэтому пришлось выкручиваться. Но, тем не менее, нас принимают, нас ждут.
будем пробовать заходить. Короче, мы идем сейчас в этот гараж. Тут видно какие-то тут глубины. Короче, с глубинами тут полная беда. Будем пытаться не сесть на мель, но посмотрим. Итак, Марина работает на 9 канале. Сейчас мы будем с ними связываться. Марина Пуэрто де Гараф. Марина Пуэрто де Гараф. Селин бот мушу колин. Do you read me? Over. Марина де Гараф. Селин бот мушу. Do you read me? Over. We are going to your marina approximately in 15 minutes. We will be at your entrance. Please assist us because I have a lack of crew. Over. I'll call you back again on channel VHF 9 when we enter the marina. Over. Связь говно просто. Вообще ничего не слышно. Вот мы подходим к побережью. Уже все видно, уже все близко. Нам осталось около 2 миль. Я думаю, что минут через 20 мы уже будем запускаться. Запускать двигатель, убирать паруса. Вывешивать кранцы. Ну и всю процедуру подхода к марине будем производить. Your marina in 1 minute. I will come at the entrance. Please assist. Over. Could you repeat, please? I'm not reading you. I'm not reading you. Could you repeat, please? Ужас! Ладно, неважно. Вот она, наша марина. И сюда мы сейчас заходим. Из минусов происходящего сейчас сильный ветер. Сильный ветер — это порядка 20 узлов. Ну, не так, чтобы он совсем сильный, но он боковой, поэтому заходить будет немножечко напряжно. Но ничего, мы сейчас будем изобретать, как это сделать. Будет наваливать ветер вот так, видите, вот так, как разбиваются волны. Я не думаю, что этот волнорез нас будет сильно закрывать, но может быть немножечко все-таки прикроет. Ну от волн так прикроет, а вот от ветра я не уверен. Мы уже готовы к швартовке. Что мы сделали? Мы завели швартовы. Вот они. Вот еще один. И заведены швартовы на носу. Далее. Мы вывесили кранцы. Вот они высоко по борту. Я не знаю, как мы будем заходить, где мы будем швартоваться и что там вообще происходит. Это всегда челлендж. Поэтому и всегда есть место для импровизации. Поэтому мы будем заходить в марину, смотреть, что там происходит, а потом уже, исходя из этого, делать какие-то действия, будь то там замена высоты танцев, переброска швартовых с борта на борт. Это мы будем уже смотреть все по месту. Пока наша задача просто базово подготовиться, а уже все тонкие настройки заводить после. То есть мы уже убрали паруса, я убрал грот, убрал стаксель. Из-за немножко неудачно его сложил, но одному это все делать было сложно. Вот. Вот такое побережье нас окружает. Это одна марина, которая побольше, но там нет никакой инфраструктуры. То есть вот есть дальше городок, но туда идти пешком, не знаю. А здесь маленький городок, вот маленькая марина по прямой. И есть там что-то рядышком, и ходит он, электричка видно. То есть есть шанс, что мы сможем найти какую-то кафешку прямо здесь. Все равно мы туда куда-то ходить по городу. Ходить по городу мы не планировали, поэтому будем вот в таком режиме и сейлить.
из веселого еще на входе рыбацкие буисты. Класс. Dream comes true. Думаю, что их поставили еще в хорошую погоду, сейчас просто забрать. Там около 3 метров будет, думаю, нам будет достаточно. Ну так, только притык очень, конечно, но... Ого, ветерочек, такая туча сошла. Ну как обычно, тут все швартовки идут у нас сильным ветром за поток. Так как волны разбивают. Чувствую сильно-сильно. 4 метра глубина. Вот он, вход в порт де Гараф. Слева Petrol Station. Что было бы прикольно, может быть, встать на Petrol Station. Но думаю, что идея не очень. А, я вижу, нас встречают. Вот он. Этот человек. А? Глубина 5 метров. Сильно сбоку наваливает. А куда мы идем? Вот нас встречает маринер. А, точно. На дальнем, да, втором понтоне? Я думаю, может мордой стать. Чтоб тузик просто нам... Да, конечно. Причем мне, может, ему швартовые кидать эти? Носа? Да, носовой надо. А, нет. Да, носовой надо. Ну скажешь, когда идти. Глубина 3 метра. С собой брать палку? Да, да, ты сейчас снимай, то что ты ему выбрал. Слушай, нас наваливает сильно тут на лодку.
Все, пока. Ох, блёб! Бьются! Короче, я кладу камеру. Стоим носом достаточно далеко. Ну, на самом деле такая швартовка по-пенсионерски, но за счет того, что сильно дует, мы решили, что стоит остаться вот так вот. А сейчас пойдем разведывать, что здесь в этом городке есть. И, возможно, мы найдем какой-нибудь вкусный ресторанчик, где мы сможем поужинать. Короче, говнопаркинг. Вот эти вот муринги, которые вот сейчас идут, вы видите. Вот один, вот второй. Они рассчитаны на лодку, которая меньше, наверное, раза в два. И то, что мы вытягиваем, если мы их набиваем, тогда мы не можем подъехать, чтобы спуститься на берег. А если мы их отпускаем, тогда нас ничего не держит. Поэтому сейчас мы ее растянули так, что на 2500 оборотов мы даже не можем подъехать. А мы держимся уже на самом краешке, то есть я не могу его уже прицепить дальше. Ну, короче. А почему я заходил носом? Потому что сильный ветер будет задницу сдувать. И я решил, что безопаснее будет зайти носом. Мы просто навалились на соседнюю лодку, вот на вот эту. Потому что дует как раз вот отсюда. Карточка на вход фирменная и какую-то бумажку туалетную, в которой что-то непонятное написано. Расписание железнодорожных поездов, карта марины. Вот, кстати, кому надо. Ух ты, swimming pool, gym. Класс, все, что нужно, все есть. Ну и, собственно, из этого всего нам вроде больше ничего не нужно. Сейчас нам нужно заполнить форму регистрационную. Это что здесь у нас? Яхта, название. Ну, короче, все данные по нашей регистрационной форме. Вот, сейчас мы это все заполняем. И он сказал, через полчаса придет, и мы его отдадим. Все. Это мы уже заполнили. Все, вроде данные заполнили. Ждем, отдаем и можем идти в город.